11 лет назад мы сказали «нет» началу культурной и политической оккупации. Мы не хотели жить под влиянием Кремля. И мы показали свое единство, когда вышли на Майдан во имя свободы и будущего. 11 лет мы развиваемся, несмотря на военную агрессию со стороны России. 11 лет мы достойны своей независимости и свободы. И так будет всегда.